Всем привет, с вами как всегда Дитган. И сейчас поступает очень важная информация, очень срочная от меня, так как меня по счастливой случайности принял Dev Assistant, друзья. Вот вам скрин. Ну, конечно, если вам этот скрин ничего не говорит, а как вам вот этот скрин? Короче, смотрите, вот я вам сейчас, перед тем, как я вам покажу... запись покажу. Подпишитесь на канал и поставьте лайк. Я просто очень сильно волнуюсь. Стараюсь успеть быстрее всех. Потому что мой друг скотина, он скинул Кенту. Я хочу быстрее его записать. И да. Записываю звук в плохом качестве. Так что извините. Еще раз повторяю. Поставьте лайк, подпишитесь. И просто начинаем. Смотрите. Сейчас я отключился от Дискорда, у вас должен быть звук получше. Короче, смотрите, как вы видели на этой записи, у меня Dev Assistant в друзьях, и я жму подключиться к нему, и пишет, типа, несовместимая версия игры. У меня 1.13.7, а у него 0.14.0b3. Ну, бета-3. Просто пушка, я не знаю. Вели, пока вы сидите у Вели на стриме, он у вас просит 20 тысяч лайков для того, чтобы слить то, что, типа, разрабы сейчас тестируют обнову. Тем временем, моя тупая сестра орёт на весь дом. Ненавижу её. Просто... Я для вас просто так выпускаю видосик и покажу, вот показал, что разработчики тестируют обнову 0.14.0. Правда, у меня нет, наверное, той информации, которую даст вам Вели потом, но хоть что-то, это уже доказывает то, что разработчики тестируют обновление 0.14.0. И ну, как по-моему, но оно уже должно быть очень скоро, я сейчас попробую накопить как-нибудь еще до хера рублей, чтобы 3к задонатить. И просто да, все. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь. И всем пока.